Я не считаю, но, наверное, 15-16 почти. В 24. Вот этот крест, потому что я верю в Бога. Но кроме этого, моя рука полностью была чистой, поэтому я продолжил, чтобы он не был одиноким. Да, да. Эту я сделал, потому что она была простой. А потом я за 2 дня забил всю руку. Да, 2 дня. Я сделал это до своей свадьбы за 16-17 часов. Это было очень больно и долго. Сложно понять, что ты хочешь. И вся рука заняла 5-6 лет. Нет, нет, ни о чем не сожалею. Когда ты сожалеешь, ты можешь удалить какую-то, и ты действительно можешь что-то удалить, но это больно. Думаю, у меня есть время, и я очень счастлив по поводу всех своих татуировок. Очень счастлив. Нет, это все имеет смысл. Я был рожден в августе, и этот лев — мой знак. Это в честь моей свадьбы, я нанес ее дату. Это то, что тебя не убивает, делает сильнее. Мне это нравится. Здесь находится имя моей жены, тут дочери. Цифра 9 — это дата рождения моей старшей дочери. А здесь то же самое. Что на той руке, только на основе китайской культуры. Да, как я и сказал, я родился в августе. И поэтому я лев по знаку зодиака. Я сделал его как короля, потому что он король джунглей, понимаете? Я сделал его сильным, таким, каким я сам себя чувствую. Мне нужен этот дух на паркете. Иногда я думаю про моих львов и заряжаюсь. Нет, я не знал про то, что львы — это еще и символ зенита. Первый раз, когда я приехал, я увидел маскота. Я не знаю, почему это так, но мне это нравится. Мы одинаковые. Это круто. Раньше я не делал тату. Я говорил, что татуировки — это не для меня. Раньше я не хотел делать тату, но когда ты начинаешь, это какая-то болезнь. Как машина. Ты покупаешь машину и потом хочешь новую, новую. С татуировками то же самое. Да, у меня есть еще вот здесь. Это моя гордость. Это тату связано с Таиландом, потому что моя жена сама из Лаоса. Это тату, как у Анджелины Джоли. Мне кажется, это очень красиво смотрится сзади. Я хотел сделать то же самое. Мне понравилось. Следующее. Мне нужно закончить вот здесь, но я пока не знаю. Возможно, здесь нужно будет нарисовать дракона, потому что мне нравится китайская культура. Пока не знаю, надо будет подумать. Может, через 2 или 3 года решу.